по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий стихийных бедствий Пучкову Владимиру Андреевичу. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемые жители города Севастополя. Сегодня проходит знаковое событие. Мы ставим на боевое дежурство подразделение МЧС России новую технику. В этом году, уходящем, в 2014 году, проделана большая, значительная работа. Наше подразделение, работая в сложнейших условиях, выполнили все задачи по профилактике и тушению пожаров, по снижению рисков и уменьшению последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. На высочайшем уровне были выполнены мероприятия гражданской обороны и безопасности людей на водной. Новая техника, экипировка, оснащение, современные отечественные российские телекоммуникации поступили на боевую повседневную работу и в органы управления, и подразделения. Я уверен, что все задачи, которые поставлены перед нашей службой, перед МЧС России, перед органами управления и подразделениями единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в наступающем 2015 году будут выполнены на самом высочайшем уровне. Утверждены все планы и программы, предусмотрены необходимые ресурсы. В этом году мы также энергично будем выполнять задачи по повышению готовности органов управления. Сформируем центр управления кризисной ситуацией города Севастополя и обеспечим ее четкое повседневное взаимодействие с органами ведомства управления, с организациями и учреждениями, а также со всеми взаимодействующими структурами и Национальным центром управления кризисной ситуацией города Москве, а по планам взаимодействия с нашими коллегами в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Симферополе и в других прилегающих. Вот сейчас мы вообще не забыл, как зовут. Оля. Да? Все равно. Все равно с Новым годом. Все равно с Новым годом. А что они побежали? Рождаться и стоит. На технику, наверное, получается. Роберт Росин. Очень там помогает. Нет, я замастеровался. А так я вот такой, да? Вы тогда уже на площади. И мне чего-то надо. Сейчас, кругами пускают. Так вот, туда надо идти, перемазаться. Хватит. Ну тем более с Новым годом. Счастья, здоровья. Здоровья. Кто за праздник? Новым годом, где-то коморозка. Новым годом, конечно. А я люблю. Слово предоставляется губернатору, председателю правительства города Севастополя Миняева Сергею Ивановичу. Уважаемый Владимир Андреевич, я от имени Севастополя, от своего личного имени как человека, хочу сказать вам... Директору департамента кадровой политики МЧС России, генерал-майору внутренней службы Кузнецову Анатолию Владимировичу. Итак, министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. За заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
наградить почетной грамотой МЧС России генерал-майора Сухорученко Геннадия Николаевича, начальника главного управления МЧС России по городу Севастополю. Служу Российской Федерации МЧС России. Медалями МЧС России. За отвагу на пожаре. Старшего управленника внутренней службы Березина Сергея Владимировича, командира отделения первой пожарной части. Старшего лейтенанта внутренней службы Кирьянова Юрия Анатольевича, начальника 6-й пожарной части. Сегодня важное событие – передача новой техники. И техника эта должна служить на пользу, но, конечно, хочется ее использовать как можно меньше. А это зависит от наших граждан, которые должны быть более бдительны и более внимательны.